24 января Казанский федеральный университет отметит Всероссийский день студента – Татьянин день. Праздник отмечается в КФУ каждый год. Ежегодно Татьянин день и День студента празднуются с большим размахом в нашем Казанском федеральном университете. В этом году этот замечательный праздник мы будем отмечать со студентами 24 января. Как всегда, будет грандиозный концерт с творческими коллективами нашего университета, творческим коллективом города Казани, Республики Татарстан. Откроется празднование встречи Татьян с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым. После в культурно-спортивном комплексе КФУ «Уникс» состоится праздничный концерт с участием ректора, студентов, преподавателей и творческих коллективов университета. Каждый год праздник проходит в разных тематиках. В кабинете ректора мы будем ректора приглашать в японской традиции, будем презентовать эту культуру. И далее все действие продолжится в холле «Уникса», где мы будем показывать культуру народов мира, тех студентов, которые приехали нам из далеких-далеких стран. И с помощью студентов иностранных мы будем презентовать их культуру. По традиции телеканал «Универ ТВ» будет вести прямую трансляцию с мероприятия. Но на этом праздничные события, посвященные Дню российского студенчества, не заканчиваются. С 24 по 25 января состоится Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед». 24 января студентов ждет образовательная программа «Россия – страна возможностей». Программа ставит своей целью ответить на вызовы молодежной среды. Образовательная программа предлагает 6 направлений – спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, информационные технологии и киберспорт, медиа и средства массовой информации. 25 января в Татнефть-арене состоится праздничный концерт. В мероприятии примут участие представители 38 регионов России. Из 5000 участников более 800 будут из Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.